А что это там за огонек какой? Парень, ты в прямом эфире. Я в телевизоре! Ух ты! А можно родне привет передать? Ну ладно, ладно, отходи, отходи, и мы начнем съемку. Извините. Я приветствую вас в маленьком уютном городке Радиатор Спрингс. Я тут живу! На первой гонке нового ежегодного Гран-при Радиатор Спрингс. Сегодня нас ждет открытая гонка по бездорожью. Противостояние молнии Маккуина и Чико Хиггса продолжается. Страсти только накаляются. Это тот хрыч зеленый с усами. Ну, вы поняли, да? Это кто это тут хрыч, а? Итак, все участники выстроились на старте. Ух, бампером чую, что-то сейчас будет. И гонка начинается.
объяснишь. El guapo, el sol. Гитара. Ага, отлично. Эй, лузер, тебе сюда. Это вторая гонка Гран-при «Радиатор Спрингс», проходящая в ущелье «Щучий хвост». Знаешь, мэтр, опасные тут у вас дороги, тебе не кажется? Я скажу, даже на Луне дорог лучше тутовских нету. Кирпичный фару. Все в порядке, Чика? В полном порядке. Телефон в этой дыре не ловит, а так отлично.
Скорее скорого! Маккуин! Маккуинчик! Итак, мы ждем начала третьей гонки Гран-при Радиатор Спрингс. Со мной рядом находится Винс, гонщик из Куина. Ну да. Привет, мам. Но почему Радиатор Спрингс? Вы проделали весь этот путь, чтобы сразиться с Маккуином? Ну да, мы знаем этого парня. Но это... Вообще-то мы приехали тренироваться у Чико. Ну, это... Мы подумали, что если так вот серьезно, то надо работать с профессиональным гонщиком, вот. Ну, который выигрывал там. Да, и... Ну, вот. Куда летишь? Эй, ты чё типа делаешь? Что это значит? Смотри! Чупау!